Последняя попытка спасти человечество провалилась. Астероид Матильда диаметром свыше 110 километров столкнется с Землей ровно через 3 недели. Мы начинаем обратный отсчет до грядущего конца света. Оставайтесь с нами и наслаждайтесь любимыми рок-хитами на волне Q107.2. Жизнь бессмысленна. Я подумал, что должен сам сообщить вам об открывшихся вакансиях в руководящем составе. Кто-нибудь хочет быть главным финансовым директором? Вы в порядке? Нет, я свою семью больше не увижу никогда. Меня зовут Пенни. А меня тоже. Обещаю ничего не красть, если не будешь меня насиловать. Уяснил. Как развлечешься перед концом света? Всего понемногу. Выкрою время для себя. Обрету Бога. С тулипа фэншую расставлю. Глядишь, увидимся на каком-нибудь психотренинге. На оргии или еще где. Да, неплохо бы. Кто это такая? Это Оливия. Та, что от тебя сбежала? У него должна быть девушка. Он одинок. Все прекрасно. Ничего не прекрасно. Ты ведь один умрешь. Хочешь вернуть ее обратно? Пенни, вставай, мы уходим. Пенни, погромщики уже тут, уходим. Отвезешь меня, куда скажу, улетишь к своей семье. Задрал меня. Молодец, милый. Не держи все в себе. Пошел ты в жопу!